А сейчас прозвучит пьеса под названием «Ралли». Эту музыку я написал, и вернее, эту пьесу я использовал в своей новой сказке. Совсем недавно, весной этого года, в Московском международном доме музыки, я показал новые две свои музыкальные сказки импровизации: «Гадкий утенок стремится в полет» и «Снежная королева танцует самбу». Да, вот такие две сказки. Это уже четвертая и пятая сказка моя. Они идут, шли, вернее, целым абонементом. Это очень интересные сказки. Они рассчитаны и для на детей, и на взрослых. В «Снежной королеве», которая танцует самбу, есть этот эпизод, когда Герда мчится в снежное королевство. Ралли.